Как вы думаете, одной и женщине опаснее путешествовать? Но этот вопрос мне уже задавали не один раз, и я думаю, что нет разницы мужчина, женщина и возраст какой путешествует. Опять же, все зависит от нашего настроя, от нашей там, можно сказать, кармы, от тех тяжелых поступков или легких, которые мы с вами накопили. Я встречал, ну, кругосветчиков женщин я не встречал, но я встречал достаточно много и молодых девчонок, и таких уже постарше женщин, которые просто путешествуют. В Юго-Восточной Азии встречал, в Новой Зеландии встречал. Автостопщицы, одиночки разговаривали, говорят, никто мне не рассказал ни о каких страшных ситуациях в их автостопе. Сказали, что все люди, которые встречались, отзывчивые, помогающие и добрые. Так что, если вы чувствуете внутри себя, что это ваше, то смело в путь. Важно делать то, что тебе предназначено.